Берем воду. Загружаем. Заливаем крышкой. Протравливатель. Или жидкость. Тестируем на воде. Там уже воды немного было, поэтому самое главное, чтобы уровень воды был выше нижнего отверстия. Да. Тогда заполняется полностью насос. И когда он загружен водой, его можно включать. Откручиваем краник. Так, будем. Включаем в розетку. Розетка на 220 все работает. Начинает работать насос. Пошла циркуляция воды, перемешивание. Воды. Это для того, чтобы жидкость дорогая для протравливания, чтобы она не убегала в никуда. Она бежит по кругу и используется только та, которая идет именно на протравливание. Здесь форсунки. Форсунки может быть одна, может быть две. В данном случае одна, но можно установить и две. Открываем клапан. И часть воды переходит на форсунки. А остальная часть циркулирует. Рабочее давление до 1,9 атмосферы по манометру. Да. Рабочее давление регулирует расход жидкости. Нужно помыть руки даже. Так, ну все, выключается он, переключаем клапан в обратное положение и выключаем резетку. Все достаточно просто. Вас приветствует канал на YouTube винтовые сваи.нет.